Мой киевский мальчишка, где ты, где ты? Я все еще не могу найти ответа. Ах, где же мой киевский мальчишка? И вот Наташа Королева будет искать своего киевского мальчишка. Снова и снова. Где же мой киевский мальчишка? Да. Сейчас находится. В Новой Мексике, наверное, находится. А может быть, сосиски жрет? В Германии? Да. Или польские яблоки. Польша. А может, вообще спрятался? В Камбодже. Да. Где же? Где же нам его искать? Вам помогут? Найдите, пожалуйста, пожалуйста, я не могу больше. Вам помогут дед и баба. Так жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе: «Испеки-ка ты мне, старая, колобок. А из чего печь муки-то нет, подойди-ка, старуха, покробуй, поскреби, посусеку помети, вот и наберется». И получится что у нас? Получится колобок. Колобок, который покатится вокруг света. К бедуинам катится. Да. Может, там где-то есть твой мальчишка? Но нету Африки. К сожалению, нету. Может, катился в Китае? Китае? Азиатские страны. По всей этой китайской стене. Одна азиатская страна — это Камбодж. Камбоджа. Первый бал. Так. Так, ну что ж. И даже деды и баба других позвали, своих внучков. Ваня и Забава. Ох, королева, королева. Давай-ка мы тебе поставим песенку, а сами полетим. Не так ли, Ванюшка? Да, моя забавушка. Так. Ну ладно, сколько букв в слове «королева»? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Можете лететь. Земля, прощай, добрый путь. Ду-ду-ду. Песня номер 8. Слышал, королева, твой киевский мальчишка где-то на чудо-острове тусует. Где же тут у нас остров? Ну, наверное, нету тут и флаги, где острова. Ладно. О, девочка, ты такая умная выглядишь. Вообще-то, я не просто девочка, меня зовут Маша. И вообще-то я очень занята. Мне много дел еще надо сделать. Мне надо посчитать те плиты, все мешки с овощами. И отнести к Мишке. Да, на зиму, так сказать. А тогда еще. Отведи красные комбайны. Чтоб поле я могла ставить. Да. А потом еще я должна. Сено в прицепе трактора. Да. Сено тоже. Так что, извини, я очень занята. Нормально. Крокодил Гена и Чебурашка. Значит, вы не понимаете, что я королева. Я Наташа знаю. Королева. Королева ты, королева, а не королева. Наташа королева ты. Привет, Гена и Чебурашка. Помоги этой чудаковатой девушке. Он мурует в Нью-Мексико. Нью-Мексико, первый бал. Или на русском Новая Мексика. Так. Ну, а мы, Чебурашка, с тобою вызовем такси
И станцию, и поедем в Новой Мексике. Тоже, да, второй бал. Посмотрим, как там выглядит. Лиса и колобок. О, прикатился колобок. К лисе прикатился. Давай поможем Наташе Королеве. Чего-чего? Поможем Наташе Королевой. Не слышу. Сядь мне на носик, чтоб я лучше слышала. Кто тут орёт? Колобок орёт, потому что лисичка не слышала. Колобок, колобок, не садись на лисий нос, она тебя скушает. А, ну тогда я покатился. Ну вот. Так, рикки-тикки-тави. Одну-ка, отсюда! Нагально! Тут кобра мне место! Ясно! А то я киевского мальчишку позову! Вообще-то, киевский мальчишка работает механиком. Он работает и красную машину. Ну вот, он приедет и задавит тебя своей красной машиной! Ясно! Красная цветофора. Новая Мексика. Третий балл. Германия. Первый балл. Польша. Первый балл. 7 балл получаю. Второй балл. Ладно, пока Степа ждет, я с тобой разберусь. Нагайно. Винни-Пух и Пятачок. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. Секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет. О нет. А может все-таки расскажем? Ну ладно, мы идем за подсказками. За принцессами спросим. Да, пусть помогают этой королеве. Ну, что бы это значило? Потому что у Белоснежки гномики есть. А, они всегда знают. Гномики, гномики, пожалуйста, помогите этой королеве найти страну. Киевский мальчишка живет в Новой Мексике. Штат Новая Мексика, 4-й балл. А, Винни, зачем ты разбил зеркальце? Я тоже хотел спросить. Эх, Винни, Винни. Стрекоза и муравей. Так-с. Ну что же мы тут... Это заяц, он, наверное, смеется над моей новой шляпой. Вообще-то я смеюсь, потому что серия Раша придумана еще. Да? Ух ты! И муха-цокотуха тоже была в такой же самой ужасной шляпе. Не дрозди, стрекозу! А то я не летать не буду больше. И муха. Нету мух. Уже в конец октября все мухи спят уже давно. Да? Давай посмотрим, где же тут солнце встает. Нью-Мексико. 5-й балл. Так. Ага. Тут станет сосиски над замком. Только не для меня. Волк и гусь. Дурак ты, сейчас тебя пираты поймают. Поймаем тебя, волк. И поджарят тебя. А потом ножиком почикают. Скушают, а кости выбросят в море. Да? О, ладно, все, всплываю. О, где же тут они? Германии. Германии. И на сосиски ты пойдешь германские. И даже гости к Гитлеру попадешь. Да, 3-й балл. Ой, ой, все, 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 нет. Всплываю, все. Слоненок. Все, всплываю. Вновь жонглирует слоненок. Он совсем еще ребенок. Но работать любит слон.
потому и чемпион. И Сло может краски выучить. Да, какие у него любимые краски? У него серый, зеленый и... Так что ищем серый синий, и цвета флага. Германия. Четвертый балл. Камбодж. Третий балл. Польша. Третий балл. Молодец, слоненок, настоящий чемпион. Так, конь Юлий и князь. Ой. Ну что, князь, нравится тебе девушка? Конечно, нравится Юлии. Вау! Ты будешь покруче Тарзана. Ой, не говори так, королева. Хотя у тебя есть певец Тарзан. Да. Ок. Эй, я видел ваш мультфильм про Добрыню Никитича и Змея Горыныча. Мой любимый персонаж был конь Юлий и ты. О, круто. Значит, ты нам поможешь, Садбук? Конечно, я смотрел фильмы про трех богатырей. Парашют. Да вы что, я на парашюте. Конечно, я экстремалка, но не такая же. Нитки. Ну нет, домохозяйкой меня не заделаете. Компьютер. Ну вот, поищи в компьютере, в Google, например, вбей. Киевский мальчишка, где он там? Компьютер. Ой. Камбоджа, пятый балл. Глобус. О, Германия, пятый балл. Уже действительно он в Германии. Сидит в замке, жрет сосиски. Празднует Октоберфест. Да. Ну что, бабка, испекли мы колобок. Теперь мы можем песеньки послушать. Да, сколько нас? Двое. Да вот, вторую песенку. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Пишет Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Так это же мяч, это же наш колобок в речку упал. В речку германскую. Шестой балл, Германия. Окс, ну что ж. Ванечка. Будь добре, если ты выучишь латышскую азбуку. И тогда опять полетаем. Конечно, за бабушка. Лягушка. Радуга. Цик красу турец варвичне. Много цветов в радуге. Карусель. Камоли. Клоун. Клоунс, рада, юакус. Что, вы считаете, что он работает клоуном в Камбодже? Ладно, пятый балл. Яхта. Юста. Яка. Курпел яхта. Он вдоль берегов Нью-Мексики на своей яхте? Шестой балл. Пупстер. Часы. Путе. Сова. Пять. Пупстерс, рада, пять. Да, уже пять часов. Пять часов, уже времени так много. А мы еще ничего не нашли. Так. Ну, девочка, поработала ты? Поработала я. Искудахала я. Ага. Может, поможешь с азбукой? Конечно, помогу с азбукой. Пылесос. Ты что? Я не домохозяйка. Ножницы. Не трогайте мою шевелюру. Кастрюля. Вот так, иди ты в свою Камбоджу и киевскому мальчику кушать готов, а то там кастрюли все пустые. 7 баллов. Гитара. Так, музыка играет, Октоберфест, Германия, 6 балл. Так, ну что ж,
Чебурашка, нам нужно познакомиться с доктором Айболитом. Доктор Айболит. Привет, крокодил Гена. А что это за штука у тебя? Это Чебурашка. Я то только... ли зверь, то ли игрушка, никто не знает. Я не знаю. Я первый раз этого вижу, Чубрика. Ну, ладно, дедушка Айболит, помоги нам с азбукой. Конечно, помогу, крокодил Гена. Газель. Гена. Крокодил. Дил-дил. Да, я. Седьмой бал, Камбоджа. Носороги. Не, не носорог. Паучок. Паучок. Паучок, чок, чок. Хочешь, что я тебя не соглотил тебя? Чего? Выучи азбуку, лисичка. И потом перестанешь глотать меня. Чего? Сядь мне, пожалуйста, на носик. Я тебя плохо слышу. Ага, потом меня проглотишь? Не бывает этому. Придется рикити-китавию я азбуку выучить. Ну, я вообще-то занят. Я борюсь с Нагайной. Да. Так что, извините, пока я занят, я не могу вам помочь. А может, Винни-Пух с пятачком будут выучить? Видишь, я иду в гости. Давай, пятачок, помогай. Ладно. Приз. А, все, я не иду в гости, я иду получать приз. Который вручают в Польше. Да, четвертый бал. Пошли в Польшу. Насос. Так. Кинг. Короли. Королевы, восьмой бал. Гвидо. Итальянец. Ну что, мы идем за призом в Польшу. Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. Уже рассказали о нем вы. Выучи азбуку, муравей. Ну ладно. Только тогда, если ты пролетишь и посмотришь, что же она находится вокруг нас. Конечно. Ну, давайте. Грузовик. Козленок. Фонарик. Ночь, темнота. Помощница. Ну, а теперь полетаем. Посмотрим, что же находится вокруг нас. Вокруг нас лес находится. Ого, что тут медведи, я вижу, тут есть волки. О, и лиса, съевшая колобок. И олень я вижу. А, это даже лось. Ого. Вот это как его, дятел. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так что отправляйся, королева, ка ты в лес. В Польше. Пятый бал. Польский лес. Так. Ты чё, Коко? Давай, всплывай. И выучи латышскую азбуку. Упс. Ну ладно. Утка. Тебе надо азбуку изучать. Ты хотела меня надуть? Нутка! Ну, погоди. Польша, шестой бал. Ягненок. Так. Пианино. О, Камбоджа, музыка играет, девятый бал. Лягушка. Токс. Миша! Где ты была, Маша? Я всю лес искала тебя. Я хотела помочь этой королеве найти ее киевскую мальчишку. Ты поработалась? Да, я все дела сделала. Все мешки посчитала, комбайны посчитала и сено привезла.
Молодец, Маша. Приходи ко мне и скажешь границу этой королевы. Да, мы ее отправим на границу. На границе. В США, в Нью-Мексико. О, седьмой балл в Нью-Мексико. Ну, князь, вызвал ты эксперта для королевы? Да, я вообще-то хочу трапезничать, мне некогда. Так что королева тебе помогут. Главный эксперт, который доставил 3 богатыря. Так что счастливого пути, найди своего киевского мальчишку. Перезаржать. Ой, что это? В замке может быть только один король. И это... Последний замок. Значит, Наташей Королевой. Значит, все-таки он живет в замке. И да. Где же этот замок находится? В штате Нью-Мексико, США. Oh, fire Нью-Мексико. Así es nuevo México. Ох, мексиканские ритмы. Натуральные мексиканские ритмы. Ах, а мне нравятся зажигательные мексиканские ритмы. Итак, Наташа Королева отправляется на поиски своего киевского мальчишка в Новой Мексике. Land of Enchantment.